Да. А вот, ну, вот все, я сейчас работаю над отдельной работе. Наверное, мне чем-то нравится, просто я забыл, да? Все-таки я же, меня на словом было никто не тянет. Еще вопрос? Вопрос. Является ли это не совсем уже? Не совсем же я тебя пью, в конце концов. А как вариант, можно ли найти свою работу, которая то ли нравится, то ли не нравится, вот больше каких-то положительных моментов, чтобы тебе больше нравится. Ну, можно, но еще раз. Себя не обманешь. Спросите, вам нравится ли вам то, что вы делаете? Вот мне нравится. Когда мне что-то перестает нравиться, то, что я делаю, я это передаю другим людям. Ну, либо делегирую, либо вообще просто перестаю делать. А вот я говорил, в чем негатив этой же работы, да? То есть мне нравится, да, но я хочу на этой работе еще иметь больше, хочу более высокую должность. И... Ну, отлично. И вот это, сейчас я когда проговорил, я говорю, что очень хочешь. Это очень будет... хочу портить цель. Портить цель. Полезно просто хотеть. То есть как это дело переключить, мы, наверное, не сегодня, наверное, завтра будем разбираться. Но хорошо, что вы это увидели. Потому что теперь вы можете с этим работать, это можно изменить. Можно так вот, какие мы хорошие. Кем мы с вами беспокоимся? Работа, деньги, жизнь – это процесс. Результат, ну, как-то более-менее одинаковый. У всех. Мы эффективные люди – это люди, которые достигают, в общем, цели за максимально короткое время. Можно, конечно, к этому результату стремиться за максимально короткое время, но зачем? Жизнь – это процесс из, пардон, матерного в могилу, процесс прыжка. Вот наша задача – это процесс растянуть. Ну, как можно более длинный, как можно более интересный, как можно более радостный. Если вас что-то перестало радовать, еще раз, с этим нельзя мириться. Это нужно исправлять. Сначала сказать себе, да, вот это мне перестало нравиться. Что я хочу взамен делать? И начать это делать. У меня тогда печальная новость, кроме вас это никто не сделает. То есть надеюсь, что прийти в волшебник в голубом вертолете и исправить вашу жизнь по мгновению волшебной палочки. Не канает. На эту тему мне нравится следующая очень фраза. У Господа нет других рук, кроме ваших рук. Через вас вы можете сотворить свою жизнь. Для этого вы должны понять, а какая она ваша жизнь. Мне моя жизнь нравится. Ну, процент на 80. Процесс, как, идеал недостижим, но процесс ему эта штука интересна.